Bayonetta. Привет, ребятушки, с вами снова Артур, и сегодня мы с вами посмотрим игру, выход которой для меня лично был таким вот... Реакция была реально такая, чё вообще? Чё там? На самом деле это был большой-большой подарок, но я сразу хочу вас предупредить. Игра настоящая жемчужина, то есть 10 из 10, о боже, и тому подобное, но для одного человека из 10, то есть для одного человека из 10 зрителей, серьезно. То есть она абсолютно своеобразная, и она полна японской дичи. Эта игра является квинтэссенцией японской дичи, поэтому я знаю, что среди вас не так много любителей вот такого вот, но я знаю, что среди вас любителей такого вот есть. И я, допустим, один из них, как вы знаете. Я такой японофил, очень многие японские игры люблю. Именно за то, что они японские и за то, что они дичевые. Короче, Bayonetta. Один из лучших слэшеров истории. Одна из лучших игр Platinum Games. Для многих того, что эта игра была разработана Platinum Games, будет достаточно, чтобы побежать покупать ее. Потому что, ну, Platinum Games, она делает одни из лучших слэшеров. То есть, допустим, Metal Gear Rising, недавний Нир Автомата и его божественная боевка. Это как раз таки их заслуга. Ну, вы понимаете, о чем я говорю, да? И при этом игра вышла почти 10 лет назад. Вот, то есть главный прикол в чем, поэтому я так удивился. В 2009 году игра вышла в Японии на PlayStation 3, Xbox 360. В 2010 вышла во всем остальном мире. То есть, по сути, для того, чтобы добраться до ПК, этой игре понадобилось 7 лет. И это охренеть как много, что, конечно же, сказалось на графике. Игра, несмотря на то, что сейчас поддерживает все современные разрешения, вплоть там до 4К, она выглядит очень устаревшей. Тоже сразу хочу предупредить. В Steam игра продается на английском языке, русского нет. Ну, есть японский, там можно японский поставить, православный. Вот. И помимо всего прочего, очень многие связывают внезапный, абсолютно без какого-либо повода выход этой игры в Steam, с тем, что была еще вторая часть Bayonetta 2, она была эксклюзивом консоли Nintendo, ну, конкретно Nintendo Wii U. И очень многие теперь надеются, что вот вторая часть, как раз-таки вот этот вот выход Bayonetta, приурочен к выпуску Bayonetta 2 на всем. То есть, скорее всего, так и будет. Я пока не вангую, но при этом я вангую, что оно так и будет. Все говорят про то, что порт просто превосходный, и про то, что он реально хорошо работает, но вот я уже успел запустить эту игру, пошла катсцена начальная, и там не было звука. И я такой... Окей. Ну и начал по новой. Вот я сейчас с вами по второму разу здороваюсь. Поэтому, ну, я не знаю, надеюсь, это мой баг только был. Я в эту игру играл. Я в эту игру играл где-то году 2011, наверное, на PlayStation 3. Она мне понравилась, но у меня было мало времени, поэтому я играл в нее час где-то, наверное. В тот момент я вообще убивался по слэшерам, и это было реально прикольно, но это было давно и неправда, поэтому мне сейчас нужно будет вспоминать и учиться этой игре вместе с вами. Ну и помимо всего прочего, игра там на тему религии, в ней просто превосходный саундтрек. И да, очень устаревшая графика, повторюсь. Религия, ангелы, демоны, при этом ангелы хуже демонов. Типичная японская дичь. Справа наша главная героиня. Да, наша героиня — это то, на что вы будете смотреть большую часть игры. У нее меняются костюмы, по большей части всю игру она бегает голая. То есть все ее костюмы, кроме вот этого, которого вы сейчас видите, это костюмы из ее волос. Ее оружие тоже из ее волос. Все ее суперудары заканчиваются комбо, где там кулак из волос бьет врагов вот так вот, допустим. Короче, фанаты слэшеров будут довольны. Platinum Games, как говорится, веников не вяжет. У них реально охерительные слэшеры. В этой игре, помимо того, что очень крутая боевка, в ней еще и супер крутая стилистика. Анимация. Но повторюсь, я уже приближу к комментариям. Что за фигня там? Вот Battlefield был интереснее там. Эта игра на одного из 10. Ну ты серьезно. Надеюсь, я вас предупредил. Но вы посмотрите, сколько в ней эпика. Даже несмотря на то, что она устарела технологически, то есть, что не говоря, она устарела. Дичь, происходящая на экране, это просто божественно. И чем дальше, тем хуже будет, серьезно. Ну и ждем перевод. Да. Для многих он важен. Я сейчас ничего не перевожу, потому что, ну, вы понимаете, мне нужно драться и тому подобное. Так, лаунчер, по-моему, так действует. Ага, только он уже умер. О, господи. Такой каблук, короче, полэкрана. Ну а твою мать! Чёртова ангела. Я обожаю, когда японцы лезут в религию, там, христианство, допустим.
это очень многих оскорбляет. Я вот просто херею, на самом деле, с того, что зачастую получается. Да. Да, не знаю, что я хотел сказать. Давайте просто бить. Я просто жую. Господи, эти волосы. Я бы хочу быстрее. Тут вроде как версия, которая вышла сейчас, ну, как вы понимаете, была куча DLC, там, тому подобное. Я думаю, весь бонусный контент в этой версии уже присутствует, но точно я не знаю. Поэтому мы первым знаем. Their victory was short-lived. Fearing the witch's dark abilities. Так, принял. Слушай, а бамперы-шифты что-нибудь делают, интересно, нет? Никакого обучения, я просто сейчас дичаю, поэтому потом научимся уже драться конкретно. Я просто помню что-то вот так вот, относительно там пару прыгу комбо, пару лаунчеров. Вот так и живем. Господи, где есть вообще? Получи! Ох, я люблю такие. Вы знаете, надо персону вам еще будет показать. Она, правда, дорого стоит. Поэтому поставьте хотя бы 5000 лайков под этим видео, а там посмотрим. Я понимаю, что 5000 это не очень много, но я очень давно был в простое, поэтому... сейчас вполне нормально. Последние недели полторы у меня канал очень сильно отдыхал, потому что у меня просто пипец какая дичь была. А сейчас все вернулось в норму. Я всем доволен. День сегодняшний. Здесь как в Devil May Cry такой своеобразный мир. Ну, то есть, вроде как и наш, но вроде как на самом деле совсем нет. То есть, здесь все повернуто на религии. Здесь даже вон нимбы у самолетов, допустим. Почему бы и нет? Почему бы и нет? И на борту этого самолета проводится какой-то ритуал. Мужчины, которые как соляр выславляют солнце. При этом маски у них как у куклус-клановцев. Собираются что-то сделать. И некая дама наблюдает за этим. Они достают ножики. Все достают ножики. Я не знаю, зачем, у меня настроение просто хорошее. И внезапно они втыкают их себе в живот. Хлещет кровь. Ладно, все, молчу. Да-да, они совершили жертвоприношение, в результате из них полезла эта дичь. Хорошо. Это был пролог. Ясно. Или это мы сейчас запускаем пролог? Так, давайте посейвим. Я хочу, чтобы быстрее уже основная игра пошла. Я помню, там такая музыка прям на кинотеатре на домашнем у знакомого, она звучала как надо. У нее коллекционочка была. Разработана Team Little Angels. На самом деле вся игра, по сути, разработана платинами. Потому что Team Angels, это тоже недалеко от них ушли, ребята. Ну, собственно, Platinum Games и Юджи Шимомура. Все те примерно люди, которые в дальнейшем и определили успех компании Platinum Games. Господи, у Platinum Games, я вспомнил, есть еще одна охерительная игра. Но она при этом не слэшер. Vanquish, точно. Блин, надо поиграть. Хидэки Камия. Тоже очень для многих очень многое скажет это имя. It looks like Humpty Dumpty's taking his last fall. Even Oleg Man the Destroyer gets scrambled in the end, right? You know, I still don't get why the hell you dragged me out here for these things. I just drop off the merchandise. Hey, bet you can't guess what today is. I'm on my way to the City of Woe. Reading the good Lord's book ain't gonna do much. People been waiting for this asshole to get whacked for ages. Please. Hell, look around. There's no love lost for old Humpty Dumpty. But you gotta keep the outfit happy. We don't take care of him, they take care of us. And I prefer my shoes made out of rubber, not concrete. But hey, it's that kind of town. Without good-hearted souls like us to put these bastards 6 feet under, where'd society be? Of course, the pay's not bad either. Jesus, you really get into this shit, don't you? If it were me, I'd be praying he ends up barbecue. Or at least sunny side up.
You can keep praying, but the only way this guy's meeting the Lord is if God's hungry for breakfast. Насколько я помню, короче... Ладно, отвлечемся от сюжета. Насколько я помню, с этой игрой связано довольно много... My kids are baking me a birthday cake. Скандалов на религиозной почве. Well then, adios. Adios. Короче, ну реально, там были такие моменты, что в ряде стран эту игру запретили. What? What the fuck? They're here for this douchebag? А в этом мире типа высшие силы реально присутствуют и. But they're there, ain't they? You hearing me? You can see them, can't you? I see them. Если нормально помолиться, то они не сходят. God, descending upon his heavenly rays to earth. Oh my God! Dear Lord, grant us guidance and keep safe the souls of our loved ones for all eternity. Ох, эти фигуры у них, я помню, помню. Еще этот Леша обязательно всегда в костюмах. А, третья сфера. Угу. Ангелы. You look tired. Let me tuck you in. Oh, shit! Come on, it's my freaking birthday. Next time you want your hands on me, you better make sure I'm dead. Now move out the way. Go! Go! Bro, 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 darling. If it ain't my good buddy Enzo, how about you get out of here? You die, and I'm gonna have to go back in that hole chasing after the money you want. О, боже мой. И вот эта музыка, она просто, ну, дает понимание того, что это не совсем нормально, то, что происходит. Ну хорошо. Да, те самые одежды из волос, ну да, ну да. Угу. Ну, это и есть наша Байонетта. Quantity.
If you're just gonna watch, I'm putting you two to work. Да я этого не помню. That was your last call. No more shots from me, Bayonetta. Ну, я думаю, вы поняли, да, какого сорта эта игра и что от нее стоит ждать. Очень многие этим будут очень сильно довольны. Но очень многие пройдут мимо такие. Окей, окей. Господи, Байонетта, серьезно. Хало, то есть кольца. Угу. Так, кулак. Вы довольны? Так, что еще вы от меня хотите? Да мы уже научились так. Так, все, мы поняли вас. Комп тут реально огромное количество. Слушай, прошло 15 минут, и мы только приступили по полной к игре. Ну. А ну давай. Давай еще. Не, руки полны. Ох, эти комбы. Я не знаю, тут вот именно боевка просто вообще божественная. Так, самый последний момент. Для того, чтобы активировать... время ведьм. И в результате включается слово мол. На самом деле, как обычно, большая часть народу будет тупо мешать кнопки, но поверьте, в этой игре не хочется этого делать. Здесь, господи, сколько здесь всякой всевозможной дичи. Божественный лаунчер. Я помню, кстати, у меня знакомый один. Пока я поиграл эту игру, ну вот мы сидели там у другана, у Толстого. Я помню, что жалко, я с ними сейчас уже не общаюсь. И он сидит такой, что происходит? Что это такое? Такая игра. Ну такая, на самом деле. Не знаю, я с таких игр получаю просто какое-то физическое наслаждение. Наверное, это немного странно. Ай. Эксперимент признан неудачным. Получи. Не падай, ладно, пока. Не разрешено тебе еще этого. Не знаю, какое-то ощущение праздника. Что-то такое. Лежать. Ляг. Успокойся. Что вы хотите? Вы хотите, чтобы я по ним цеплялся? Можно комбить? Ага. А, держать? А, ты про это? А-а-а! Ей. Так, поворачивайте. Серьезно? Ну-ка. Я понял. Я понял. Так я же нажимаю. А, блин, надо нажать кнопку, я туплю просто. Beautiful. Хорошо. Однажды. Ну, короче, цельтесь и стреляйте. Ох, эти ракурсы. Я не знаю, ну реально, если ты любишь слэшер, то ты
Я думаю, тебе найдется место в этой игре. И найдется то, за что ты ее полюбишь, если тебе не понравится стилистика. Хотя я не понимаю, как может мне нравиться такая дичь, но это же откровенный трэш и просто, ну я не знаю, дичь. Кто-то посерьезный чак что-то хочет сделать. Как ты ко всему к этому суперсерьезно относиться, да это же глупо. Это реально глупо. Есть игры, короче, от которых реально ощущение праздника. О боже, да. Получите и распишитесь, мать вашу. А вот и... Так, да проще их просто расстрелять сейчас. Эй, я же увернулся, мать твою. Уи! Не знаю, как на это смотреть. Слэшеры зачастую бывают из той категории, которую ты сам играешь, и она делает вещи. И ты такой, о да. Люди, проходящие мимо, смотрят и такие... Ясно. Я же еще не мертвый. Не забирайте меня вот так. Против закона. Но я говорю, это мир, в котором высшие силы, они прям где-то там. Хорошо. Я вот думаю, а куда идти? Ладно, давайте пойдем по своим делам. Допустим, вот сюда мы можем пойти? По логике можем, но, типа, зачем оно нам? Так, у нас есть, среди прочего, оружие, предметы. Это очень сильно напоминает... Очень сильно напоминает... Так, подожди. Devil May Cry. Ну, я думаю, вы со мной согласитесь, да? По многим параметрам, то есть откровенно. Ладно, я предлагаю все-таки найти путь. Я попробовал там пойти по всяким местам. Но что-то мне подсказывает, что это была не самая лучшая идея. Кто это сделал? Я только купил эту штуку. Ладно, я не буду переводить. Лучше переведем, когда локализация появится. Ну, вы поняли. Haven't you figured it out yet? There's no quarter for you in this world. Ей, тачку сломали. Господи, эти комбы. Давай, come on, hit me. Камера. Ачивку дали. You want to touch me? Слезы крови. What? Что это мне дает? Слушай, да я сегодня в ударе. Или эта игра мне позволяет на нормале? Скорее первое, чем второе. Ладно. Эй, ну я же запитанный. Так. Ясно. Надо куда-то ливать, потому что он сейчас что-то мощное сделает явно. Я все пытаюсь проделать всякие разные штуки, но надо их просто бить. Это будет более выгодно, я считаю. Все. Да, конечно, единственное, что реально напрягает, так это то, что... Ну, устарела игра, да, технологически. Во многих моментах. Она на момент выхода выглядела просто божественно. Но видно, что это было давно. About this little thing you've been looking into for me, Enzo. Let's have a quick chat.
See? This is why I told you I was going home. I just got held up in the air by some invisible things, and you want an intelligence briefing? It never stops with you! You keep bellyaching like that, and you're liable to wake Eggman from the dead. And I don't think either of you would like that. Like that. Catch you later, Bayonetta. Something tells me you're gonna need a rush on our special project before this shit hits the fan. Wait, Rodan. What about Eggman? Such a popular chap. I bet they hate him down there as much as you. Я не помню, это нормально, да, то, что они не анимируют переговоры? We need to make sure he won't come crawling back when they kick him out. Nothing a flower bed can't fix. Fill her up. You heard the man. Finish up in 5 minutes, or you're walking home to your cake and candles. What? Don't you leave me here! Ну, в общем, на самом деле довольно-таки отборная дичь. А, она еще не кончилась. Я думал, что мы пролог прошли уже. What a day! I'm screwed! It's gonna take every cent I earned on this charade to pay for the damage. I tell you what, if I could see them bastards that did this to my car, forget about it. Enzo, the road. Forget it, buddy. How can you be so calm? You're still getting screwed in all this too. Of all the low-life scum in too deep in this town, I've never seen one get wrapped up in a fight with God's messengers. Dressed like a nun too. Короче говоря, давайте на этом заканчивать. Для ознакомления этого более чем достаточно, потому что вещь, как вы поняли, своеобразная. Очень не для всех, как я уже и говорил, но я безумно в восторге от того, что игру выпустили на ПК, потому что с консолями предыдущего поколения у меня сейчас сложности, а в игру поиграть вот что-то хотелось. Может быть, когда выйдет локализация, мы в нее поиграем более плотно. Может быть, до этого поиграем более плотно, но как минимум... Пишите в комментариях свое мнение по этому поводу. Я просто хочу поздравить тех людей, которые ждали выхода этой игры на ПК. Вот она вышла. Я надеюсь, что и вторая часть тоже выйдет в ближайшее время. И Bayonetta, это круто. Не забывайте комментировать и ставить пальцы вверх. Увидимся. Всем пока.